«Золотая песня сердца народа». Она ценный источник прошлого и золота настоящего. В ней жизнь, полет и вечная радость искусства. В эти длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня народного единства, ансамбль «Русская песня Распевы» порадовал жителей и гостей округа концертом «Сила истоков» в зале Щелковского концертно-театрального центра. Ансамбль «Распевы» – яркий, профессиональный коллектив Щелково. Под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Геннадия Шалунова артисты дарят всегда незабываемые концертные программы. В репертуаре фольклорные, русские, народные, казачьи, авторские в современной обработке. Яркие образцы традиционной песенной культуры. Щелковскими распевами стало настоящим подарком для каждого в зрительном зале, в особенности для людей старшего поколения, которые прошли через многое и знают наверняка, что наша сила в нашем единстве и традициях, в наших истоках. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.